Мы сыграем каскад песен, потом поймем так, чтобы... А можно печки выключить на кухне? Прямо. Давайте песню «Каплет», самая проверенная песня, слова я помню на 100%. Из фильма «Дикари» песня, поехали. Юлия Пак, ваши аплодисменты. Они променяют в своей жизни на хор турецкого даже целый. Yeah.
ножницы и камень бумага, ты капли, они. Ты капелька капли, гори. Я сейчас вдруг понял, что это гимн гори. Ё-моё. Это песня фильма «Дикари». Песня про море, про отдых. Так вот же, «Дикари». Все, отлично. Следующая песня «Высота», да? Да? «Моя высокая любовь» посвящается Елене Самбаевой. Я подружился с ней, моя близкая подруга. Вот мы подружились на Олимпиаде, виделись 15 минут. Вот если мы еще увидимся когда-либо, я сразу хватаю ее в багажник. Ну, открой же. Не торопись, не торопись. Вот положи на этот стол вот сюда. Вот. Все. И привезу ее сюда к вам. И она прыгает. Лена Самбаева, это она прыгает в высоту. Да. Не одна, а с шестом. И в этом есть великий женский символ. Я, кстати, с ней когда познакомился, я хотел предложить ей свои услуги, но как представил, как она с этим шестом, как она его держит в руке, его так потирает. Думаю, ах, такие ассоциации, думаю, ладно. Лучше напишу песню. Лучший выход из боя – это выйти с песней. Пошли. Выпивайте, вам хорошо. Не-не-нет. Моя высокая любовь опять в прыжке. Летит там и смотрит на меня, и я в ответ закину вверх все чувства самого себя. Моя высокая любовь опять в прыжке, как радуга летит, полеты руководят движением жизни на земле, поскольку и последняя партия, как высоко, что люди не летают, а только чувствами, талантами, мечтой. Чем выше ты летишь, тем ярче сердце тает, и тем сильнее, и тем смелее рождается любовь. Рождается любовь. Thank you.
языком, что люди не летают, а только чувствами, талантами, мечтой. Чем выше ты летишь, тем ярче сердце тает, и тем сильнее, и тем смелее рождается любовь. Рождается любовь. Это мое кино. У вас нет экрана. Давайте как-нибудь соберемся летом, сделаем показ из фильма «Дикари». Вот там в зале сделаем вечеринку «Дикари». На пляже. Да. На летнем пляже. Прямо включим картину. Серьезно? Руслан Лукьянов, труба. Сейчас объясню. Вот на съемках эта картина меня укусила оса в руку. И вот я написал эту песню, потому что мы ждали, пока уйдет отек. Это был самый серьезный отек за мою жизнь, он стоил мне 35 тысяч долларов. Песня до сих пор не может окупиться, хотя она прекрасна. Песня «Оса», грузинская песня. Укусила, такая маленькая и такая большая сила. Я долго за ней наблюдал, она ворожила, кружила, села, задумалась, бухнула вина и мной закусила. Люди, 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 помогите, укусила. Больно. Помогите, разлюбила, разлюбила не больно. Я думал, вначале пчела, но она, когда сделала дело, засунула назад свое жало себе взад, ты улетела. Но черт и другое дело, тело жарит душой, а не частью тела, и смерти своей хороша. Люди, 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 помогите, укусила больно. Помогите, разлюбила, разлюбила и больно. Люди, 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 помогите, укусила больно. Помогите. Thank you.
Я вчера пел в Олимпийском, я пел с елкой песню. Где цветы, дай мне ответ. Где они остались, где цветы, дай мне ответ. Где они растут, они не знают этой песни, не подыграют. Где цветы, дай мне ответ. Девушки сорвали, и вот их нет. Когда же все это поймут, когда же все поймут. И 10 тысяч олимпийских. Куценко! Ну, я вчера очень интеллигентно целевал, не то, что сегодня. Наша любимая песня, премьера песни «Опьянев». Юль, выпей 100 грамм первый раз в жизни. Опять не понимать ничего. Инсан, что... Татьяна Кобзева, фортепиано. Опьянев от бутылки плохого вина, наконец, чуть качнул этот мир сигарет затяжкой глубокой. Глубокой. Мне приснилось, как этому миру приходит конец. Я летел груди тел ко дну жизни своей одинокой, одинокой. Без тебя, без любви, алло, Владимир Владимирович, без тебя, без твоей, без любви, одиноко. Детство, самое в жизни конфетство, все самые красивые цветы на свете моей маме. Как мне хочется прижаться к ней этими хотя бы словами. Эни, бени, рики, таки, тюльбы, быль, галейте, шмаки, эос, деос, бац, матеос, бац, бац. Что случилось, что такое, что такое любовь? Что такое любовь? Голыми ночами тел делами изучали любовь. Зацепились поцелуя глазами. На всю жизнь хватит, хватит. Раскачали чувствами качели такие. Смерть пришла нашей кровати, на весь мир растучали. В первый раз мы сердцами любовь. У груди твои губы, и не слышал оттуда наружу, просилась, стучалась любовь. Что такое, что случилось? Мне приснилась любовь.
Мне приснилась любовь. Голыми ночами, тем делами изучали любовь. Зацепились поцелуи глазами, на всю жизнь хватит воды. Раскачали чувствами качели такие, смерть пришла на наши кровати. На весь мир раскачали, в первый раз мы сердцами. Бедный художник, бедный холстый.
новая песня, которую мы играем. Давно не играли, но с гардом вряд ли будем. По сути, да? Слушайте, а дайте мне тарелку. Сейчас мы сделаем, когда отправляется корабль в плавание, разбивает бутылку о борт. Когда снимается кино, разбивает тарелку. Давайте мне тарелку, сейчас мы перережем девственную ленту, вот так и скажем. Ребят, дайте тарелку, про самую дорогую в этом заведении. За $2 вот это дайте мне ее. Сейчас это будет $100. И в кино, когда разбивает, сейчас скажу страшное слово, спасибо, а компендиум тарелку, то потом осколочки все собирают. Пожалуйста, пересядьте, потому что сейчас будет нереально. Садитесь вот сюда, вот за решетку. Это прячься. Да-да-да-да. Я в конце песни, не бойтесь, она побудет здесь. В конце песни я ее расфигачу, предупреждаю, осколки полетят. Я предупрежу, закрывайте глаза и половые органы. Денис, на, поиграй пока на ней. Хорошо, видите настоящее? Это фирменная? Да, настоящая. Ничего себе, алхимия. Мы попали. Да. Домой приехал и посуду. Поехали. Посуду. Я хочу побить посуду. У нас ролики идут. Слышали, видели? Нет? Значит, все хорошо. Кровь на сцене прекрасно.
На самом деле эти штучки можно разобрать на память. Были уже случаи, честно. Давайте, поощряйте это дело. Давайте, ночью загнула, нам все расскажу сейчас, что делать. Песня «Музыка». Я еду сейчас на Мальдивы снимать ролик этот, честно. Я не вру. Вон, на Мальдивы. Кстати, у вас подсниму здесь. Точно, ролик сниму же, конечно. Что туда ехать? Вот на танцы мы снимем ролик. Карибские танцы. Вот снимаем ролик. Все слышали?
Потому что для меня музыка это... Thank you.
Давайте так честно, если кто-то записывает нас, и мы облажаемся, то... О! Вот, по этой, вот, вот эта штука будет, это ладно. Но если там запутаемся в гармонии, просто все немножко волнуйтесь, потому что первый раз будем играть, реально, не вру. Две репетиции было. Вот, песни две недели. Тогда в интернет не выкладывает. Это премьера только для вас. Спасибо. Радость
на боль. Любовь вспоминает. Разгони! Oh.
беда. Красная кровь, через час уже просто земля.
Юлия Пак, вокал, вот такой вот сюда, с этой другой.